Здравствуйте, друзья! Я учусь говорить по-русски. Еще учусь готовить русскую еду. Сегодня буду варить борщ. Я купил в магазине шпек, свекло, морковка, лук, чеснок. Сейчас буду резать лук. Кусается, зараза. Теперь все потушу в подсолнечном масле. Добавлю воду и томатную пасту. Все сварил, надо накрыть красиво стол. Дорогая, иди кушать, я очень старался.